Лучшего регионального товаропроизводителя выбрали в АТРАУ. Главное отличие областного конкурса этого года в большом количестве участников индивидуальных предпринимателей. Организаторы конкурса в лице Национальной палаты предпринимателей считают это показателем развития малого бизнеса. Производители АТРАУской области представили весь спектр производства от тяжелого машиностроения до выпуска продуктов питания и сервисных услуг. Среди участников, как уже зарекомендовавшие себя на рынке, так и сравнительно молодые производства. К последним можно отнести компанию «Карат». Вышли на рынок только в прошлом году, а сегодня их продукция известна далеко за пределами региона. Это продукты питания, консервы, спецодежда и питьевая вода. Последние изменения финансовой жизни страны в десятке самых обсуждаемых вопросов среди предпринимателей. Впрочем, данные меры здесь воспринимают с положительной стороны. Нынешнее таргетирование на нас никак не повлияло, так как мы отечественный производитель, у нас отечественное сырье, поэтому цены мы оставляем такими же, какие были, доступные для потребителя. Герман Сервис является экспорт-ориентированной компанией, и я думаю, что это в определенной части положительно скажется на наших работах. За последние несколько лет Атырауская область значительно нарастила свой потенциал в производстве собственной продукции. Во многом удалось сделать это благодаря государственным программам поддержки бизнеса. В пользу этого говорит тот факт, что более половины участников – это индивидуальные предприниматели. Пока новички работают над рынком, профессионалы думают о дальнейшем развитии и собственным стилем. Наша особенность, то есть у нас экологически чистые материалы, натуральные продукты. Также мы можем шить национальные костюмы и современные, то есть по желанию любого потребителя. На будущее, на ближайшее будущее у нас новые цели, грандиозные планы. Стоит отметить, что победа в региональном конкурсе – это не только звание, но и весьма привлекательная возможность на право в течение 4 лет использовать эмблему конкурса в рекламных целях. Кроме этого, все победители примут участие в республиканском соревновании. Влад Тугулов, Амантай Матенов, АТРАУ, 24 КЗ.